Мы находимся в Уральских горах. Приехали на гору Колпаки. Сейчас нам надо будет пройти 700 метров, и мы увидим хребет в виде дракона. По нашему заданию мы должны оказаться на Колпаках и посмотреть на эту красоту. Но сегодня у нас сломалась машина, полетел фильтр. И смотрите, уже темно. Надеюсь, хоть что-то мы увидим. На автомахе мы вас не боимся. Ой, мы дошли туда, торопились. Я себя чувствую, как на уроке физкультуры в школе. Дыхаю. Вот они, Колпаки. Головы великанов, которые в шапках. Спасибо Grand Tour Байкальской мили за то, что подвигли нас ехать по стране, смотреть на классные места, на удивительные города, невообразимые пейзажи. Если бы не это супер повод, мы бы еще, наверное, непонятно, когда здесь оказались. Так что вперед за мечтой. Байкал, жди нас.